еще вопрос. Если крылатого саженца имеет по факту изогнутый ствол вниз, или по си буквы ЗИО или С, связано ли это с аномальным биополем, или просто факты посадки косточки так сыграли? Так, я что могу сказать? И да, и нет. Потому что я знаю, что иногда выращиваешь абрикосы, ой, именно груши, они иногда вот такую, как бы, букву ЗИО имеют, вот это вот самое. Ну, как ее назвать-то? Ну, короче, буква Z, буква ЗИО, это имеет место просто, даже если там нет гипотогенной зоны. Вот. А некоторые, у меня такие случаи были, когда человек предъявляет претензию. Вы знаете, я вас выписал 20, вырастил, а они все буквы ЗИО. И у меня самого крыша едет. Но это надо дальше изучать. Я же тут, я же не по Тверью или там по Саратову, чтобы взять рамки и померить. Вот. Надо, чтобы нас больше было, чтобы больше было наблюдателей. Больше человек владел рамками. Будем считать вопрос открытый. Так. Сергей, саратовский рубин имеет авторские права. Только для себя посадить поздно, простыми словами. Ну, я так и говорил, что я не имел бы даже бы я дерево саратовского рубина, я все равно не имел бы права продавать. Вот. Пробовать все можно, никто не накажет. Мы шишки набили, изучили, научили нас, как не надо делать. Ну да, шишку-то я набил, будь здоров. Егор Томск, что-то собирается писать, поэтому давайте еще посидим, подождем. Подумаешь, время истекло. Вон насколько. Почти все на месте. Подождем, что пишет Егор, а может еще кто-то что-то напишет. Вообще надо бы закругляться. 4-й час идет. Олег Мезинов пишет. Ну, Олега я всегда рад, когда он пишет. Представляете, вот пока он пишет, Олег вырастил сад, те же персики, да, урожай сумасшедший, неукрытый, все нормально. И тут же рядом, при Рязанском институте, авторитетный человек, я видел ее, выступала на московской конференции, показывала черешню, вся в плодах, такая ветка огромная, рясная такая. Вот, и научила более северных 8 веток, если у черешни, 5 отрежьте, 3 оставь. Ой-ой-ой-ой. Так. Рубин выписал, сказали, что отправится альфа с 2 метра. Отказался, уроки железо на пути. Ну, вы выписали вряд ли у самого Голубева. Вот. Вас предупредили, что 2 метра, значит, или их никто не покупал вовремя. Потому что, ну, предельные, ну, 1,5. Ну, 2 метра и Сергей высылал, но он всегда отрезает половину. Вот если заказать у него, а это 2 метра, значит, вам пришлет метр. Остальное потом вырастет. И не потому, чтобы посылку в лес метровую, а для того, чтобы лучше прижился. Потому что мы никому не доверяем, сами режем. Вот, уроки железного на пользу, но я надеюсь еще, знаете, на что? Хотел бы верить, что он настоящий рубин, вот, а не только фотографии рубина, а высылает то, что пришло с юга. Ну, пришлите мне адрес, допустим, а я посмотрю, сделаю свой анализ какой-то. Вот, я сотни уже, памяти нет, но сотни фотографий я знаю наизусть. Я скажу, настоящая или нет. Так. Голубев жив. А, жив. Что он должен? Это мы старшее поколение. Голубев-то моложе. Слава Богу, канал на Ютубе ведет. Продавать саженцы можно только по лицензии. Он сорт запатентовал. Ну что, все правильно? А я пчел. Вот, не зря, что у меня его нету. Я и не пытался. Мезинов, спасибо вам. Ну что ж.
Владимир, Башкортостан. У вас когда абрикосы или сбрасывают? У меня в этом году только сбросили. У меня они долго сбрасывали, они уже сбросили, да, неделю, наверное. Но у нас ночные морозы уже 2 недели стоят, а днем плюс. А снега нет, дождей нет. И такое впечатление, днем они очухиваются там, ночью там, допустим, изморозь. Вот. Очухивает такое впечатление, что еще зимы близко нет. Я хожу по саду, вчера ходил, видели же свежие эти фильмы. Еще трава зеленая. И вот такие небольшие морозы, 2, 3, 5, 7 градусов, совершенно не колышет. Сибирь же. Так, Сергей Саратов, сам голуби, а то есть у супруги. Сказали, что ни в коем случае не обрезать. Приехал в одногазы. Вот. Ну, что я скажу? Я никогда не критикую своих друзей. Я считаю голубя своим другом. Вот он написал, ни в коем случае не обрезать. Я принимаю, что 2-метровый. Там наверняка вот такой горшок с землей. Придачи, то есть, прямо это. Вот. Я представлюсь при своем. Даже в горшке, я считаю, надо обрезать. Но я не говорю, что он не прав. Представим себе горшок. Вот такой. Ну, на месте уже разбирайтесь. Олег Тмезев, благодарю тому, что вы калечите деревья ради того, чтобы моросили лучшие сады на многие тысячи лет. Да, калечу из-за того, что деньги нужны, не скрываю этого. Вот. Я когда заплатил 27 тысяч, плюс ваши 4, за этот сам, за новый ноутбук, я потом 3 дня спать не мог. Нет, так жалко было этих денег. Вот. Сцепил зубы и купил новый, вот, чтобы не покупали металлолом. Так, ну, кажется, все закончили мой разговор. Давайте будем прощаться. Не навсегда, до следующего раза. Надеюсь, я еще посмотрю, тут это. Еще не все же видел фамилии или там, как это называется. Галина, Тамара, Галина. Ну, раз Галина две, значит, какая-то из них это и есть маленькая моя подруга. Алексей, Бахтияров, Зинаида. Так, Егор. Ну, конечно, это самое. Муза, ну, муза есть муза. Вот, Ленинград. Вот, я ее дочкой называю. Ребрик. Только один ребрик. Это самое придает такой авторитет нашему. Этому. Помните, как это секты обзывали? Так, еще Галина. Владимир, Наталья, Сергей, Иванов, так, Тимофеева, Драган, Марина, Марина, Лилия Рожева. Лилия, спасибо за кино. Вы сделали из моей этой съемки два фильма. Я вам очень благодарен. Вот. Игорь Сафин. Все, друзья. А кто-то что-то еще написал. Ну, давайте, обеденные, наверное, обалденные черенки. Нет, это обеденные. Вот все-таки обалденные. Черенки найденные у меня абрикоса ждут морозов, чтобы срезаться и поехать к вам. Я ни разу за последние годы, вспомните, мне предлагали несколько десятков человек выслать косточки и черенки, и даже саженцы. Я всем отказал. Вот. Единственное, кому не могу отказать, Олегу Мезенову. Вот. У него какой-то обалденный абрикос. Кстати, Олег Олегович, а когда вы будете саженцами торговать? Надо своих раскручивать. А давайте все вот эти косточки, не вздумайте их продавать. А давайте все на это, на саженцы. Персика. Уж поверьте, вот это уже у вас купят. Это косточки не будут покупать, я еще раз. Во-первых, никто не верит. Если один из крупнейших руководителей страны, очень уважаемому человеку, генеральному директору, сказал, что вы эти абрикосы привязывали ниточками, то, извините, вот, никакой веры не будет. Тем более косточки мелкие, знаете, как еще морду воротят. Мелкие, значит, плоды будут мелкие. Давайте саженцы выращивать. Всем советую. У кого выросли мои персики, только саженцы. И заваливайте рынок ими. Сколько можно, чтобы миллион саженцев купят и миллион мертвых уже. Надоело это все смотреть.
Так, смотрите внимательно. Сюда смотрите. Видели? Знаете, что такое 150 грамм? Это для меня, Железова, немыслимо. Немыслимо. Саженцы выращивать для себя. Ну и плохо. Вот. Очень плохо. От старшего этого товарища выговор. 150 грамм плоды абрикоса. Вот. Чуть опять не пошутил. Увольняюсь, становитесь на мое место. 150 грамм я не мечтал. Я самый крупный держал 130 грамм, и то не зафиксировал этот рекорд. 150. Вот. А дальше вы пишете. Саженцы выращивать для себя. Ну, выращивайте. Вот. Вы, наверное, зарабатываете дальнобойщиком, шофером. Так что, может быть, и правда не стоит заморачиваться и нервы мотать, как я мотал. Помните, как меня обозвали? Я приобрел 62 сотки. Извините, 62 сотки – это уже для профессионала. Вот. У меня сколько сгнило плодов в этом году. И куда вы будете их девать? А покупать его будет плохо. Я противник промышленных садов. Не противник, а просто очень осторожно отношусь к этой идее. Наши плоды по себестоимости всегда будут уступать прекрасным, роскошным, отравленным плодам с южных стран. Вот не купят, и сгниет все. Если бы был настоящий этот самый, санкции, раз, а и санкции все дальше выйдут, вы что думаете? Обойдут. Так, Олег Олегович, надо завязывать, а вы опять пишете. Вот у людей терпение кончается. Четвертый час. Я дождусь. Егор пишет. Только сейчас кто-то из вас подумал. Да мы только начали общаться. Да? А Железо уже хочет прекращать. Вот. Ну все, жду Егора, что это. Кому надо, пусть отключается. Так, пусть гниет, мне нравится садоводство в принципе. Ага, нравится. Я знаете, что делал? Привозил полный багажник. И дома на этих самых раскладывал. Да видели тоже. На этих, на... ну, где люди сидят. Прям ковром раскладывал прекрасные абрикосы. Ой, эти яблони. Один год в отчаянии привез в этот. И прям нагло раз в этот самый детский сад. Ну, рядом со мной, прямо за домом. Он говорит, здрасте, вам надо. Ну, там ветер 6 было. Да, давайте. С удовольствием эти белые халаты, как их называют, поварихи. Выгрузили, помогли. Выгрузиться, я уехал, а потом подумал, а сколько до детей-то дойдет? С какой радостью они выгружали эти. Есть у меня листочки, чистые два. Листочки, да. Два. Сейчас, сейчас. А спать детям не надо, подождем. Нет? Нет. Секунду, друзья. Вот. Так, идем дальше. Что там было написано? Пусть гниет, да? На первом участке 50 соток все засажено. Ну, давай, давай. Вот. Да и вырастить персики в саженцы и продать это. Это должно быть команда свыше, с неба. Иначе зачем все это надо было начинать? Но до сих пор яблони накормить не можем. Пора персиками кормить. Так, Владимир Башкортостан. Кочки у меня свои, так что будем соседи соблазнять. Да еще на аллее в селе посажу. Владимир, вы сказали про аллею. Следующий заказ полцены только из-за слова аллея. Только из-за этого. Полцены, имейте в виду. Вот. Надо нам немножко это. Уже украшать страну. Больше некому. Потому что очень много пишут, как его уничтожить. Так, Олег Олегович пишет. Давайте подождем.
у кого терпение больше. Так, я практически каждому продавцу вдоль дорог сказал, что они делают все неправильно. Теперь моя задача доказать на деле. Ну, конечно, и они же как. Вот продавцы вдоль дорог. Им никогда не узнать, что надо пятнышко, где их север. Пятнышко – это до выкопки. Где корневая шейка. Что надо пусть продать, а потом сказать, давайте я вам отрежу полкрона. Вот это для самого начала. Уже хотя бы это. Но этого не будет никогда. Это другой мир. Так, Владимир Башкортостан, давайте, давайте. Пишите, контора пишет. Так. Я показываю им фото своего сада, и у них кончаются все аргументы. Только вы все равно не переделайте. Так, Башкортостан, пока свои ваши буду рассаживать. Пенсия сейчас худеет быстро. Ну, это тоже верно. Ну что, друзья, все. На сегодня все. 3,5 часа. Ну что, как раньше шли эти самые съезды. Автоматически, последние слова сейчас заработали, друзья, и тут же побежали это, как это называлось, да? Когда все закончались, тут же бежали в буфет. Заработали, друзья, но у нас своя жизнь, у нас свои правила, вот. Мы одной крови. До свидания, друзья. Если кто-то закажет косточки, это не мне деньги пойдут, можете не сомневаться. Это сделать огромное большое дело для всех. А дети – это будущее страны. Вот. До свидания. Я с вами прощаюсь.